Так, всем привет, это Gadget X. Вслед за успешным безрамочным смартфоном Mix компания Ulefone представила его преемника. Mix 2 получил новый дизайн. Если оригинал имел 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16 к 9 и тремя тонкими рамками, то в Mix 2 установлен 5,7-дюймовый экран 18 к 9 с минимальными рамками со всех сторон. За счет этого фронтальная камера расположилась в привычном месте, в верхней части устройства. Благодаря вытянутой форме дисплея Ulefone Mix 2 немного уже других смартфонов с классическим соотношением сторон, за счет чего его удобнее держать в руке. На таком экране особенно удобно заниматься веб-серфингом и читать, так как по вертикали отображается больше информации. Задняя крышка необычно переливается на свете, что более эффектно выглядит в синей версии смартфона. Аппарат оснащен 4-ядерным процессором MediaTek MT6737H, работающим на тактовой частоте 1,3 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 16 ГБ, но его можно расширить с помощью карт памяти microSD объемом до 256 гигабайт. От встроенного аккумулятора емкостью 3300 мАч, как уверяет производитель, аппарат способен выдержать целый день без подзарядки. Основная камера в Ulefone Mix второго поколения двойная. Она представлена двумя сенсорами на 16,5 мегапикселей, которые могут делать снимки с размытым задним фоном. Разрешение фронтальной камеры для селфи составляет 8 мегапикселей. Mix 2 из коробки работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с поддержкой многоэкранного режима.